руководитель проекта об устойчивом развитии «Плюс один». Объясните, пожалуйста, какое отношение имеет проект «Один плюс один» к зеленому бренду, вообще к зеленой экономике? С чего все началось и куда идет? Хорошо, сейчас постараюсь. «Плюс один» — это такая цифровая платформа, которая пытается решить ровно те вопросы, которые мы, например, сегодня обсуждали на конференции «Лиги зеленых брендов». Это открытость информации о основных принципах устойчивого развития, лучших практиках устойчивого развития. Поэтому у нас есть, например, не только собственные СМИ «Плюс один», которые об этом пишут. У нас есть разделы, брендированные на РБК, Фарбсе, Ведомостях и еще в 32 региональных СМИ, где мы рассказываем как раз о том, что такое устойчивое развитие, которое состоит из трех направлений: экологического, инновационного, экономического и социального. И, собственно говоря, пытаемся донести лучшие практики, которые в России существуют, и пытаемся вовлечь людей в более осознанный, более ответственный образ жизни. Помимо, собственно, медийного вот этого некого платформенного решения этой сети, у нас есть премия «Визионеры», в которой мы награждаем лучшие компании и некоммерческие организации, которые делают проекты в направлениях устойчивого развития. У нас есть такой очень интересный потребительский проект, который называется «Плюс один город». Это предложение, которое маркирует устойчивую инфраструктуру городов. «Полезный город» сейчас работает в 650 городах России, и он маркирует сервисы, связанные с ответственным потреблением, это управление отходами, это шеринг-экономика. Также на «Полезном городе» промаркированы сервисы, связанные с волонтерством, благотворительностью, активностями локальных сообществ, акциями социально- и экологически ответственного маркетинга. И наша задача – дать людям возможность увидеть себя внутри устойчивой инфраструктуры, по крайней мере, в крупных городах эта инфраструктура достаточно плотная. И мы делаем квесты и челленджи, вовлекая людей в простейшие вещи, там, здоровый образ жизни, ответственное, ну, управление отходами, просто сортировка мусора, ну, какие-то совершенно простейшие вещи, там, волонтерство для родителей с детьми, да, например, помощь бездомным животным, и т.д. и т.п. И наша задача, как бы, объяснить людям ценность этих подходов. И это действительно продукт, который работает экосистемно, потому что в этой идеологии устойчивого развития не бывает, например, ответственного производства без ответственного потребления, да? И придерживаться определенных устойчивых подходов должны все, и государство, и бизнес, и общество. Как мы оказались партнерами в Лиге зеленых брендов? Где-то летом 19 года к нам пришел Unilever с предложением помочь в создании Лиги, поскольку, как я уже сказала, мы коммуникационный проект. Мы очень сильно обрадовались, потому что увидели достаточно большую возможность для развития российского зеленого рынка. За некий формат мы взяли американский B-Corp, это ассоциация, у которой есть собственная система сертификации устойчивых компаний. B – это benefit, это как-то компания, которая приносит общественную пользу. Но, к сожалению, по B-Corp в России сертифицирован только один сколковский стартап, поскольку, ну, российский рынок, наверное, еще все-таки не в таком уровне развития устойчивых подходов и практик, как западный рынок в первую очередь. И когда мы пришли к российскому Deloitte, а для международного B-Corp именно Deloitte делал методику оценки сертификации, мы попросили создать простую, адаптивную к нынешнему состоянию рынка методики оценки устойчивого зеленого бренда, для того, чтобы действительно в рынке появился инструмент, который поможет, с одной стороны, самим компаниям понять в формате самооценки, на каком уровне развитие корпоративного управления, экологических практик, социальных практик компания находится в текущий момент, показать ей некие ориентиры в существенных отраслевых направлениях ответственности,
два. И с третьей стороны, мы понимаем, что подобная методика, которая сейчас прежде всего сфокусирована на корпоративном сегменте, очень хорошо применима и с точки зрения взаимодействия с регулятором. У нас член экспертного совета – это Роскачество. И сейчас после апробации методики Роскачество будет готово рассматривать ее как основу для национальных зеленых стандартов, которые лягут в основу зеленой сертификации РАС. С другой стороны, вот как мы сегодня говорили на нашей панели конференции Лиги, в следующем году перед нами стоят новые вызовы. Мы хотим адаптировать методику для цепочки зеленых поставок, а это значит, это те самые маленькие МСПшечки, которые должны соответствовать определенным экологическим и зеленым критериям для попадания на зеленые полки ритейла. То есть наша задача будет создать адаптивный вариант методики, который поможет локальным маленьким производителям, которые хотят встать в цепочку поставок крупных ритейл-брендов, соответствовать определенным представлениям о устойчивости и зелености. С третьей стороны, как мы говорили, сегодня очень важно образование потребителей, поэтому очень много коммуникаций в следующем году запланировано с точки зрения образования именно потребителей. В том числе в следующем году выйдет первый рэнкинг зеленых брендов. Мы будем вооружать тоже таким адаптивным вариантом методики экологических блогеров, для того чтобы они, как такие рупоры, которые формируют потребительские представления, могли очень четко, очень доказательно разделить действительно устойчивый зеленый бренд от бренда, который таким только кажется, но на самом деле не является. Это достаточно большие и амбициозные задачи, но мы понимаем, что для сегодняшнего момента развития российского рынка, который после заявления президента о необходимости создания национального зеленого сертификата, повышения российской продукции, конкурентности российской продукции на международных рынках, после этого заявления, конечно же, рынок стал очень быстро трансформироваться в этом направлении, и нам очень важно именно в этот момент вот создавать такие инструменты развития для образования и компаний, и потребителей, и ритейлеров в том числе. Небольшое уточнение можно? Конечно. Значит, вы сейчас создали, ну, почти уже завершили создание встроенной системы. Ну, мы стараемся, да, экосистемно мыслить. Вот, скажите, пожалуйста, а вот в данный момент как эту систему применить к жизни? Ну, если вы говорите с позиции потребителя, условно говоря, мы, например, понимаем, что мы же коммуникационный проект, да, что если потребитель, условно говоря, очень мало знает о теме, то какие-то следующие, как сказать, следующие шаги, которые являются следствием информированности, как-то доверие, как-то лояльность, а это уже маркетинговая история, да, лояльность формирует потребительские предпочтения. Они, в принципе, невозможны. Поэтому мы вот пытаемся развиваться одновременно в трех направлениях. Мы, с одной стороны, расширяем информационное поле, в котором мы присутствуем раз, то есть мы все больше и больше и с большим и большим количеством площадок взаимодействуем, все больше и больше создаем контента на тему устойчивого развития РАС. С другой стороны, мы участвуем в таких инструментах развития, как Лига, или у нас есть, как я сказала, своя премия, которые позволяют потребителю ориентироваться в предложении с точки зрения доверия или недоверия. Да? То есть мы формируем репутационные инструменты для компании, причем для нас очень важно, чтобы за этими инструментами стояли очень строгие методики соответствия и целям устойчивого развития, и ESG-подходом прежде всего, да, и чтобы они были на буквально международном уровне, да, разработаны. Ну и третье, как я уже сказала, у нас есть инструменты вовлечения людей в непосредственно устойчивый, ответственный образ жизни, такие как приложение «Плюс один город». Я не могу похвастаться, что сейчас, как бы даже при очень больших охватах, как бы очень много людей готовы системно как бы практиковать какой-то ответственный устойчивый образ жизни. Но я понимаю, как я уже говорила на панели, это история яйцо-курица, курица-яйцо. Если ты не будешь в этом направлении создавать предложение, то люди по-прежнему не будут знать и не будут применять к себе эти знания. Поэтому, наверное, мы делаем очень важное дело, но нам немножечко сложно, потому что мы в известной степени пионеры в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что это вот стратегическое направление развития
ну, в международном масштабе и регулирование, и ведение бизнеса, да, уже линейные инструменты ведения бизнеса абсолютно неприменимы в текущем положении вещей, прежде всего с экологией и ответственного поведения потребителя. Но в России конкретно нам, конечно, предстоит пройти еще долгий путь. Но то, что не может не радовать, то, что в России этот рынок развивается очень быстро. Мы отстаем примерно там на 20, наверное, лет, но мы преодолеваем это отставание. Это очень частый сценарий для России. Те, кто интересуется историей, хорошо это знают. Мы преодолеваем это отставание с огромной скоростью. И у меня есть надежда на то, что в горизонте там 2030 года это отставание будет преодолено. И Россия в отдельных направлениях по праву сможет занять какие-то лидерские позиции в направлении подходов, связанных с устойчивым развитием. Очень хочется верить, что так и будет, но да. Последний вопрос такой. Не приведет ли увлечение зелеными трендами к трансформации такого понятия, как золотой миллиард, в золотой экологический миллиард? Знаете, не исключено. Здесь мы тоже не будем как бы делать вид, что, условно говоря, это оторвана от бизнес-стратегии, ведь каждая компания говорит, что по-настоящему устойчивый подход и внедрение ESG, да, ну, как бы трансформации, где G это governance, да, это корпоративное управление, что компаниям это не выгодно, это безусловно выгодно. Я не исключаю. Ну, даже сейчас мы же знаем, что да, там очень многие страны просто вывозят мусор как бы за пределы, да, или в Москве, условно говоря, внутри России, тоже один регион, условная Москва, вывозит свой мусор на полигоны, находящиеся в других регионах. Но знаете, что меня вдохновляет, что, например, та же Дания, которая принимает мусор своих соседей, да, скандинавских стран, она на этом зарабатывает, потому что она научилась его очень качественно перерабатывать, замыкает цикл, да, там все, что можно, отправляется на вторичное использование, а все, что нельзя, превращается в энергию. И мне кажется, что, конечно же, вот этот циклический переход, он займет намного больше. Это, по сути, новая экономическая модель, она, конечно, займет намного больше времени. И пока этот переход будет осуществляться, конечно же, перекосы возможны. Но я очень надеюсь, что идеология циклического как бы производства, циклической экономики, она сделает то, что сейчас кажется не экологичным и невыгодным, экологичным и выгодным. И в этом смысле такого расслоения на грязные и чистые страны не произойдет. Мне хочется в это верить. Спасибо. Спасибо большое.